местный свой повод приехал, Витя. Что, едем на армянский фестиваль? На армянский, да? Армянский, чисто армянский Like a car with no brakes, man, I can't stop. Making hits non-stop, I'm rolling off a yacht. A lot of cuts in my wrist from these damn diamonds. Damn diamonds. Cut my flow there like I've been rhyming. They say who the fuck is next? I say who the kid and Lex. No romance and baby girl. Yeah. Опа, опа, опа. Что тут происходит у Вадима? Вот эта хуйта раскрутилась, съехала. Из-за басухи или из-за фронта? Нет, это понял, это вот человек нажимает, а задерживает, думает, что она, блядь, автоматически откроется. И он вот так задерживает и растягивает этот механизм, и перестает дверь открываться. Понятно. Что, везде ремонт идет, да? Thank you.
Огурцев.
нормально так-то. Заглохла тачка, слышишь, что? Она заглохла, я смотрю, там ноль, бля, оборотов. Ну я сказать тебе не мог. Я сказать тебе не мог, это просто. Заглохла, мы валим, да я не могу. Я потише просто съехать. А, да? Но мы только мы только разбушевались. Сколько автозвукеров сигнализации на машинах стоят, слышишь? Ага. Какой смысл? Напонтовать, что лезть. Это надо... Нас ругают, слышишь? Нас? Давайте нормально, говорит, помериться, идите нахер. Блядь, меритесь, а нафиг вы звукарей позвали тогда? Со своим. Сюда. Да, да, я слышу, все. Спасибо большое, это Егор. С любовью. Не дают валить на сходки, блядь. Old school. Настоящий нигерский. Не усилок, old school, Никодем, смотри, стоит ЗРС. Такой из прошлого. Моноблок, кстати. 2 Ом. Качественно, наверное, играет. Бля, ебать. Это скилл. Короче, вообще тема, да? И нигеры такие конкретные. Раньше болели такими нигерами. Да, раньше. Только вот пас треков не было, чисто Coca-Cola. Эрка это тема. На оригинале и все. Окошко, что ты задумал зло. Давай только не прям 40, там 37. Ну, давай, Никит, один раз. Их достаточно будет, да? Сдавило конкретно мне. Это сколько герц было? Это 42-43. Все, хватит, хватит, давай, я понизам, выхожу. Понизам, давай по низам. Здесь? Да. Давай, ладно. Открой. Окно приспусти. Подожди, не открывай. Не-не-не. Сейчас он низа включит. Что-то мне уже в глаз попало, походу осколки, блядь.
Что, будем сейчас валить еще? Да, будем. Через 5 минут. На все бабки, да? Я на все бабки. Всегда на все. Сегодня уже доказано. Только что. Это показано. Этот, блядь, ходуном весь ходит? Весь мотор носит ходуном, там что-то по-любому замкнуло, мне кажется, фишку. Не, вот здесь вот она... Ну там и фишку, походу, это, ну, монтажный блок дергает. Пиздец, блядь. Ну что, подведем итог поездки на соревнования в Армавир, Армфест. Да. Итог такой, что мы еще никуда не едем. Басуха валит, это главное, да? Остаемся здесь. Фронтуха тоже валит, на площадке тут весело, правда, шашлыки закончились уже, воды тоже нет, блядь. Преды все сгорели, блядь. Преды сгорели, провода сгорели. К хуям, блядь, панели разобрали. Динамики тоже сгорели. Ага. Напишите в комментариях, как бы вы решили эту проблему, да? Так музыка такая задушевная, как это нужно. Да, такое не выключается, блин. До конца включено. Да, она не давай. Включена. Давай, ладно. Можно наваривать опять. Ага, нахуй надо, блядь. Ну что, выезжаем с разобранной панелью. Ну мы же валили на все бабки. Все лишнее. Вот бабки все еще. Все лишнее, нахуй, поубирали. Продали, панель продали. На все бабки. Короче, чтобы съездить на замер на Армавир, блядь, пришлось угробить много чего, да? Да, ну, надо же было валить, как всегда. Бля. Здорово. Короче, зато минусы, так сказать, и плюсы. В этой машине мы обнаружили, сколько плюсов, сколько минусов, да? Сколько плюсов было, сколько минусов. Вот здесь, да. Но плюс, то, что она неубиваемая, она восстает в любом случае. Восставшая она из вот ада, блядь, да? Загорелась, она 20 раз дымела, она 30 раз горела, там она там и исполняла, попик, да. Отваливалась, разваливалась, все равно валила, радовала. И даже когда она перестала валить, сломалась совсем, все равно завелась и везет нас домой. Да, и пофиг, и мы поехали. Ну реально, короче. Серьезно же, да, тема? Она тачка вообще не подводит, в принципе, она просто едет и все. Ну как бы подводит, да, в том плане, что... Ну на замер это заехали? Заехали. Заехали, все. Повалили, все повалили. Сделали, да. Дела все сделали, и довольны, едем, все. Короче, единственное, что света нету, поэтому не дождались награждения, скорее всего, там что-то все-таки настреляли, да? Да, 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 динамики 6 лет спорили. Но не дождались.
Ага, смотрю на приборку, думаю, сейчас вот это увижу этот.